Снимал природу Южного Урала и семейные праздники. Кадры из личного архива Петра Сумина лягут в основу документального фильма. Он будет посвящен бывшему губернатору Челябинской области и будет смонтирован к 70-летию Петра Ивановича. Это горный, весь с тормозами. У них прям тормоза автоматически, все. Это кадры из семейного архива Суминых. Лыжи были любимым видом спорта Петра Ивановича. Он любил снежные зимы и густые еловые леса. Планируют создатели и показать кадры, снятые самим бывшим губернатором. Вот наш дом, мастерская, вот они. Вот деда Вася, его уже нет давно. Друг мой идет. Одной из первых совместных покупок этой семьи была кинокамера. И Петр Иванович сам очень любил снимать. И у нас будет уникальная возможность показать мир глазами Петра Ивановича Сумина, так как он его видел. Планируется, что фильм будет 25-минутным. Помимо кадров из личного архива, он будет включать воспоминания жены и дочерей Петра Ивановича, интервью с его коллегами и соратниками. За 14 лет работы команде Сумина удалось по ряду позиций вывести область в лидеры. Он всегда во главу угла все-таки ставил свой долг, свое служение людям области. И до последнего своего вздоха, как мне кажется, он думал именно о том, что бы еще он мог сделать для того, чтобы наша область была самой лучшей в России. Фильм о первом народном губернаторе покажут на канале ОТВ в день 70-летия Петра Сумина 21 июня.